Весной не досмотрели при посеве, зерном попали плевел и сорняк. С собой же расставленные сети, нога запуталась. Так на кого ж пенять? Что кажется вначале неприметным, затем плоды проявит, ужаснешься. Немилой жизнь покажется на белом свете, не обойтись нам без ножа, без ножниц. Что высеяли, тем и богатеем. Развал семьи, детей непослушания. Куда ни глянь, египетская темень, прохлопали беду ослинными ушами. Нельзя, на что Бог выставил запрет, не позаботились привить сынам и щерям. Здесь стадо верблюдов плюет ушедших вслед, в наркотиках и пьянке рот ощерив. Помойной ямой стала вся Россия, не успевает хоронить безбожных. Беду великую лишь со Христом осилим, моря нечестия не вычерпать нам ложкой. Но покаяние вмиг испепелит проклятие прошлого и высветит надежду. Ответ найдем из Библии, не из безбожных книг. В крещении Иегова нас обрежет. Узду и страха Божия набрось на сыновей, и пояс целомудрия всем дочерям потуже. При всяком ветре не тряси, не вей, где дров не заготовили, там замерзать от стужи. При устье каждой речки есть родник, его окружим лаской и заботой. Читайте Библию, нетерикон из книг, в которых истине даже соль, доли сотой. Не залежись, пораньше на колени, начало дня и подвигом начало, иначе плакать нам в безумии ослепнем. С каким добром мы к вечности причалим? 3 августа 2005 года.